Орнитологи настойчиво призывают не кормить хлебом лебедей, которые проводят лето в Чебоксарском заливе. Многие считают, что птицы голодают и активно их подкармливают. Когда мы приходим на залив, почти каждый раз мы их кормим всегда хлебом. Орнитологи говорят, что такая забота наносит вред лебедям. Дикие птицы, полностью приспособлены к жизни в природе, находят себе пропитание в необходимом количестве. Более того, за ними постоянно присматривают специалисты из Чебоксарского детского парка имени Николаева. Летом пернатые питаются водорослями и мелкой рыбой. И все-таки птицам можно давать угощение, это могут быть только небольшие кусочки овощей. Хлеб и другие продукты с человеческого стола могут привести к гибели птиц.